довольно-таки нахож. Вот лосишка залазил на бугор. Сейчас посмотрим. В этом углу собаки долго кружили. Я думаю, что он может даже перешел. Поэтому переходу. Воды мало. Раньше было вот прямо под завязку. Сейчас что-то маловато воды. Пойду в ту сторону. Подъем. Одиннадцать пятнадцать у нас подъем. В траве я все равно его не увижу, только тут, больше нигде. Все, пока уберу камеру, буду ждать. Опять дача идет. Прямо дача лупит. Офигеть. Будем ждать тут. Скол произошел. То ли запал. Не знаю, сейчас посмотрим. Итак, скол выправили. 2 минуты на сколе были. Он уходит от меня. Иди туда, к ним надо. Какая жировочка-то. Так, ребятки, ровно так 11:51, 11:51 собаки идут.
конечно, очень близко. Гром. Ай, молодцы! Ай, молодцы! Ай, вы молодцы мои! Выбежал, конечно, в упор. Стоял в голову, не знаю уж. Но то, что он прошит насквозь, это точно. Ай, молодцы мои! Ай, молодцы! Громосик, не бойся, вьюга тебя не тронет. Иди, иди, вот твой зайчишка. Хороший. Голову. Фу, фу, вьюжина. Не надо рвать. Да, выцелил голову, все нормально. Целенький. Ай, молодцы вы, молодцы мои. Ай, вы молодцы. Ай, молодец, вьюжина, молодец. Да, игра, мочек, молодец. Ну все, все, я тебе голову потом отдам. Ай, молодцы. Ну все, Гром, куда потащил? Гром, я тебе. Это что такое? Что за безобразие у тебя? Я знал, что он сюда вернется на свой след. Я стал на выходном. Они его мотали долго. Ай, молодцы. Так, ну что, спорим меня? Вот они. Вот я стою на выходном, вот отсюда, вот он пришел. Туда они его не могли взять, вот они подняли его и шли-шли. Через канал перешел. Через канал перешел вот отсюда. Туда они его поднять не могли, то есть он лежал в другом месте совсем. Вот я стою вот тут. Вот он пошел, вот он крутил их. Вот туда, туда, там крутанул их. Вернуть назад. Ну, нормально. Ну чё, Громуша, твой второй зайчишка. Ай, ты молодец-то какой. И вьюжина, вьюжина пошла куда дальше. Ай, ты молодец мой. Ну все, на этом заканчиваем видеосъемку.